приехали в Герокастру и спросили, где хороший ресторан. И нам вот человек решил помочь и привел нас в ресторан. Всем привет из Герокастры. Это второй город под ЮНЕСКО в Албании. Еще один город Бират мы сегодня уже посетили. Ну что я вам хочу сказать. Готовьтесь к ступенькам. Хотя вот в Герокастре есть и для автомобиля, для автобуса дорога. Но мы решили пойти пешком. А это, знаете, нелегко. Мы зашли в крепость. На самом холму Герокастра есть старинная крепость с очень интересной кладкой. И с обеих сторон стоят пушки, видимо, разного периода. Вход на крепость платный, около 1,5 евро, либо 200 лек местных. Крепость большая, интересная. Мы не пожалели то, что отдали деньги. Там всего 3 евро, знаете, говорить нечего. Но вот виды отсюда должны быть ошеломительные. Посмотрите, какое. Какой пейзаж. Какие старые крыши интересные. Мы сейчас на этой улочке обедали, пили кофе. В общем, прекрасное место. Много сувенирных лавок. Смотрите, какая долина и река. Вот это все каменная черепица, черненькая, серенькая. Все это старинное. И в этом городе Герокастра родился правитель во времена коммунистического режима. Энвер Хаджаеву звали. Не самый лучший человек, скажу вам прямо. Тиран был, закрыл страну полностью по всем границам и рассказывал местным жителям, что их ждет опасность с внешней стороны. Везде поставили доты в огромном количестве. В общем, запугал народ. И плюс полностью отменил религию в стране, любую. Были и церкви, и мечети. Вдалеке виднеется снег на горах. Хотя мы ходим здесь в футболках, достаточно тепло вечером. А вот эта круглая штука предназначена для традиционных танцев, фольклорных каких-то выступлений. Часовая башня. Смотрите, какая старая кладка. Крыша. Легенда какая-то здесь. О принцессе. С этой стороны город продолжается. Смотрите, вот старинные крыши есть. Красиво. В Албании еще ремесленники работают прямо на торговых улочках. Сегодня они уже туристические. Сейчас вам переведу. Был механиком во время коммунизма. Это его портрет. А когда страна переживала 90-е, пришла к демократии. Посмотрите, чем он занялся. Знают русские. Причем уже не первого человека встречаю, кто его знает с тех времен. А, Андрюш, подожди. Как же мне нравится этот якорек, а? Класс.